мешать нормальной работе музея и прокуратуры. С такой просьбой обратился к генеральному прокурору России Михаил Петровский. Полный текст обращения опубликован на сайте Эрмитажа. Открыто заявить о своей позиции директора музея вынудила волна жалоб на недавнюю выставку братьев Чепманов. Произведения молодых британских художников экспонировали рядом с гравюрами Гойи. Шедевры признанного мастера и современной работы объединяет тема страшного суда. Но 117 петербуржцев, именно столько заявлений было написано в городскую прокуратуру, подобная параллель не убедила. Конец веселья и ужаса войны Чепманов критики от общественности сочли оскорбительными и экстремистскими. Михаил Петровский убежден, что никто из жалобщиков выставку не видел. Все гневные петиции написаны буквально под копирку. Мы твердо считали и считаем, что музей является тем учреждением, которое вправе решать, что является искусством и что выставлять. Вкусы толпы в данном случае не могут служить ни эстетическим, ни нравственным ориентиром. Сами Джек и Динес Чепманы отреагировали на скандал более сдержанно, но признали, что никогда больше не приедут в Россию.